Приветствую зрителей канала Игрофильмы, любителей жестоких и кровавых игр. С вами Рашна Линдзука, и мы продолжаем прохождение игры Бог Войны и Восхождение. Итак, совсем недавно у нас была жесткая схватка с фуриями, но их сынок помог нам спастись, он телепортировал Кратоса в другое место и дал вам какой-то прибор, помогающий создавать клоны, что ли. В общем, так, он, наверное, у нас здесь должен быть где-нибудь. Камень клятв Оркаса. Символ темной связи, существующей между хранителем клятвы и фуриями, позволяет Оркусу находиться одновременно в двух местах. Вот. Вот он нам его дал. Увеличенный. Следующий уровень. Увеличенная длительность атаки, сокращенное время перезарядки. То есть какая-то атака у него есть. Ну ладно. Что-нибудь может нам прокачать. Так, тут 4000 надо, чтобы магическая сила была доступна. Тут у нас уже прокачано. Дух Аида. Может его качнуть. 2000 всего надо. Давайте так и сделаем. Так, значит, ладно. Раз стоит рычаг, значит, надо крутить. Что-нибудь, наверное, приедет. Камень клятв Оркаса. Удерживая рычаг с помощью R1, нажмите, удерживайте L2, а затем нажмите треугольник для активации камня клятв Оркаса. О, ни хрена себе. То есть, нажал я L2. А вот, типа, я создал двойника, который держит рычаг. Так, и что теперь надо запрыгнуть? Успеть. Так, нажмите L2 плюс треугольник, чтобы деактивировать камень. Так, сейчас нажмем. О, круто. Да, замут все больше и больше в этой серии становится. Это, наверное, самая такая вот навороченная в плане разных устройств. Ну, по сути, это все равно, что положить что-то. Так, ладно. А здесь что у нас? Зубило каменщика. Подарок Архимеда. Надпись о нем гласит. Да, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Пройдите игру, чтобы использовать этот предмет. Да, интересно, что это будет такое вообще. О! Не зря сюда пошли. Все, жизни, наверное, на полную катушку теперь у нас будут. Где наши глазки, трофей? Значит, жизни мы полностью все прокачали. Осталось только прокачать магию. Ну, тут теперь все понятно, значит, L2, треугольник. Побежали. Раз, два, три. Так, а надо деактивировать или нет? А, нет, уже не надо было деактивировать. Камень клятв Оркаса. Чтобы использовать камень в бою, нажмите, держите L2, затем другой. И что мы сейчас, ну... А, возможно, враги будут отвлекаться на моего двойника? Или что? Сейчас попробуем. Ну, тихо, 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 подожди, дайте использовать. Дайте использовать. А он не используется, он, наверное, не зарядился. Потому что я раньше времени его использовал. Ну, блин, много, чтобы тут встать, спокойно и нажать эту кнопку. Ну. О, ни хрена себе. Двойник-то непростой, он еще и приемы знает. Очень довольно-таки интересное нововведение получается. Сука, не включается.
Будет его тоже прокачивать. Ты, блядь, очнулся. Так, тут поднять можно эту решетку? Что такое? Как это сделать? Тут можно залезть наверх, блин. Попрем наверх, наверное. Что еще делать? Что с этой дверью делать, я пока не знаю. Возможно, потом мы это узнаем. Давай. Ой-ой-ой. Так, что лучше взять? Жизнь или магию? Жизнь или магию? О, отлично. Блин, а как же там взять-то открыть? Может, ладно, париться не буду, наверняка там туда. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, блядь! Надо было подвинуть. С этого места, ага. Так, а он не хочет хвататься. А вот, схватился. Тащим, тащим. Так, и что? А, все, 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 ставим этого двойника. L2 треугольник. Держит. О, так, 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 там открылась дверь. Вот оно чё. Заметка из записной книжки Архимеда. Глупцы спрятали в фонаре нечто ценное для сестер. Они надругались над моим творением. Я заставлю их поплатиться жизнью за эту роковую ошибку. Так. Хоть все получится, что нам нужно. О, перья Феникса. Все, вся магия. Значит, по идее, я не должен был пропустить, значит, сундуков, как я поначалу боялся. Все отлично, значит. Теперь будем только с красной сферы собирать. Так, ладно, обратно нам надо наверх двигать. Ой, а что, придется опять там лезть по стене? Ну ладно, придется. Зато мы получили перо Феникса и красные сферы. А тут мы сейчас быстренько заберемся, я думаю. Опа! Так, ну что, еще раз повторяем процедуру. Так, вперед.
Блять, надо было подождать, сука! Блин! Точнее, надо же было просто отключить двойника, блин, ну что... Надеюсь, сейчас не придется заново сундуки идти открывать. Придется, наверное. Блин, вот это подстава. Подстава, подстав. Да, жестко. Да-да-да-да, блин, ну ладно, тогда быстро-быстро все это сделаем. Записочка. Ну-ну-ну-ну, давай, все, прочитали. Все ломаем, все сшибаем. Больше так не вафлим. Да, вот я поплатился за свою, как сказать, неаккуратность. Лишние пару минут придется потратить. Надеюсь, в этот раз я не провафлю. Включили, вот. Надо привыкнуть к этой механике, а то и так-то просто все это запомнить, что тут, что на чем висит и как. Ой-ой-ой-ой, а что? А сейчас нам от нас требуется. Так, я так понимаю, можем туда запрыгнуть. Да, туда запрыгнуть, ну да, опять двойника придется ставить. Ну давай. Если, конечно, он допрыгнет у меня. Попробуем. Фух. Отлично. Давай. Ой-ой-ой-ой. Ай. Фух. Да ни почему не сработало. Фух, вылезли куда-то наружу. Так, тут что, ничего больше нету полезного-то? Ничего не вижу. Ладно, вперед! Так, мне такое ощущение, что мы вот тут уже в этом месте были. Ну да, вроде были. Только у нас еще не было той возможности ставить двойника. Враги те же самые, практически. Ну-ка, если сейчас мы ее двойника запустим, пускай она колбасит. Мордам. Оружия у нас нет, берем тогда копье. Чуть она очнулась.
рисуем. Так, попытка номер два. Удачная попыточка. Так что-то нам там показали, я что-то даже не сообразил. Фу. Сантиметрик жизни надо прибавить. Надо опять цепь чинить, что ли? Или что? Я забыл. Вроде нет. Он же вроде как бы тут по цепи у меня залезал туда, наверх-то. Тут где-то что-то светиться должно. Тут вроде как будто вмятина. Да елки-палки, ну что тут-то я застрял? Вроде тут вообще элементарно все должно быть. В чем прикол-то? Сломать это нахер. Тут вот светится, как будто должно. Ну-ка, стоп. А вот оно, мать его, блин, вот хрен просышь. Это что, вставить надо? А, держать. Все понятно, держим. Теперь мы сможем залезть, да? Или нет? Да ёпт! Что, я не до конца дотянул? А, еще и чинить надо. Охренеть, вот это... Ну давай, амулет, восстанавливайся, мать твою. Долго тебя ждать. Мне сейчас он, наверное, держать перестанет. Да блядь! Чё за... Блядь, ну вот бесит меня это. Срабатывает как-то все, ну... Не совсем как надо. Ну и чё мы восстановили? Блять, я не догоняю опять это, этой логики вещей. Так оно должно быть, что ли, вот в таком положении, чтобы я смог залезть. Ёлки-палки, а?
О, ну геморрой, а! Теперь хоть сфер много, хоть жопы ешь. Так, а вот тут вот мы уже были тоже, да? Если мы нажимаем сюда, то... Ого! Как же тут проехать-то? Если, может быть, встать сразу на две, то как-то нормально получится. Не знаю, сейчас посмотрим. Например, мы встаем на эту и... двойника создаем. Так, тихо-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 тихо. И встаем на эту. И что у нас получится? Блять, он не встал туда, куда надо. А, жопа. Должен был... Вот, вот сейчас он встал куда надо. А, тьфу, зачем я туплю-то? Мне просто его поставить надо, самому бегать тут, драться и все. Пускай он едет наверх. У них хороший дядька появился. Блять! Опа, чё это? Как это? Мой этот двойник куда-то делся. Блять! Суки, свалите. Есть. Фу. Блять, ну и замут, а, придумали. Не, ну мне это, конечно, нравится. Интересный замут. Меня сейчас, по-моему, грохнут. Еще раз магию жахнуть. Каменный немного сдох. Мы, по-моему, приехали. Тварь, а, сука, назойливый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ты, блядь, не убили бы меня. Не остался шлепок. Есть. Так, ну что, мы увидим выход, да? Что теперь, кнопка ничего не делает, да? А наверх, если нет, не идет. Ребра Аполлона. Так, а, у него башка там отломана, да? То есть это вот мы в туловище лазим.
Так, что у нас там? 8 штук. Что мы можем себе позволить на 8 штук? О, можем качнуть молнию Зевса до конца, да? И у нас будет доступна новая магическая атака. На R2. Так, а что у нас тут? 3000 будут доступны особые атаки. Это у нас дух Аида. А вот камень клятвы Оркаса стоит 5 штук. Ага. Ладно, хрен с ним, качнем Аида, останется там Аида. Одно деление только. Сколько оно будет стоить? 5000 тоже. В общем, купим теперь по 5000 на каждое оружие. О, жизни у нас вообще не осталось практически. Так, как туда попасть? Опа, записку. Чуть не пропустил. Заметка из записной книжки Архимеда. Мое творение разрушено, но я снова отстрою его. Оно станет еще краше. Мой обет Аполлона будет исполнен. Так может он имел в виду как раз другую статую, которая вот во второй части будет? Что он ее заново отстроит? Или он имел в виду, что он это отреставрирует? Так, тихо, тихо, тихо. Ай! Чуть не упал. Так, поползли, поползли. Хоба! Блин, все-таки какая красивая картинка в игре. Это еще по компонентному кабелю. Подожди, меня это еще четче будет. Так. Вверх, вверх, вверх. О, как мы высоко прыгаем. Так, хватаемся. Раз! Раз! Два! Ай! Фу, блин. Реакцию тут надо иметь. Так. Коты разорались опять тут. Греческие. Ну-ка, успокаивайтесь. Так, ползем дальше. Ух ты, блин. Какой масштаб. Так. Наверх. Или тут можно обойти? Там что-нибудь взять, нет? Либо нет. Так, ну вот мы видим швы, да? Сейчас по швам пойдем. Уч! Есть! Так. Осталось немного пропрыгать. Там вон видны сундучки со сферами. Интересно, сможем ли мы до них добраться. Что, погнали? Ну, до тех сундуков, я думаю, нам сейчас еще никак не добраться. Этого не надо будет как-то обходить. Видимо, поверху. Сферы быстро набираются. Очень быстро. Их не ломается. Жалко. На нее можно залезть. Никуда нельзя с ним попасть. Ай-епт! Фу, блин. Все, я думал, конец. Блять, мы скакивали сразу козлодои. Уть-уть-уть. Так, мы как раз не использовали. А, мы еще вообще-то не докачали до конца эту магию. Электрическую, чтобы из нее суперудар делать. Маленько-то заморозочки используем.
ты сука. Получи, блядь. Не очень любят они рукопашные атаки. А! Черт! Надо ну, палец взять. Во, у нас же что-то есть. Интересно, я прокачал его, а что-то ни разу не использовал еще. Вот оно! И разочек еще разрядик, да, друзья? Немножечко ударим. Ты сука! Блять, дай мне добить твоего товарища раненого. Сука. Вали отсюда, тварь. Так, а вот эти сундуки, которые мы видели. Так, а это что у нас? Щит? Так, сюда мы сможем запрыгнуть-то? Сможем. Не проблема. О, 8 косарей. Сейчас еще что-нибудь качнем. Так. Вот эту последнюю нам осталось. Дух Аида. Давайте. Посмотрим потом, что у него за атака магическая. У нас еще осталось 3000. 3000 нам, наверное, ни на что не хватит. Да, ни на что нам не хватит. 3000. Кстати, надо включить это оружие Аида. Где оно у нас? Вот это. Да, по-моему, вот это. И потом мы его испробуем в деле при первой же возможности. Жизнь. Магию лучше нормально. Жизни у нас больше. Мы их тратим реже. Заметки и записки книжки Архимеда. Сестры близко. Я это знаю. Мысли путаются. Я не могу лишиться фонаря. Это мое лучшее творение. В общем, нам какой-то фонарь нужен. Где нам его достать? Что этот фонарь интересно делает? Наверное, он будет последним оружием, которое у нас в списке есть. Потому что у нас там знак вопроса еще есть. Фонарь, наверное, где-нибудь в башке должен быть. Что-то справа я видел, по-моему. Нет. Не идет никуда. Ладно. О! Печь! Что там в ней пекут, интересно? Пирожки? Да, вон, с мясом, наверное, потому что он как в мясорубке лезвие. Ну что, начнем. Синичек. Сейчас спробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ты делаешь, сука? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас мы испробуем силу. Вот оно, заклинание Аида.
Отлично. Лапы мертвых вырезают. Только еще разок давайте. Я призываю вас, духи, помогите мне! А ты, сука! Циклоп в недоумении, что я творю с этими с красивыми, милыми существами. Так, ну еще разок! Мертвые, помогайте! Утащите этого циклопа к себе под землю! Не утаскивай цыга. Ух, этих птичек. Вот, чудо. Забегался, гад. То вы меня достали. Уч. Ай. А, сука, тебе осталось жить недолго. Не можешь не рыпаться. Дай попить свои кружки. Так, вот это надо рубануть. На себе яичко не рубится. Ты их так завалишь. Тут еще тварь вылезла. Вроде все. Что-то нам сразу открыли. Здесь что у нас? Так, ну что ж, все враги убиты. На этом данной серии подходит к концу, друзья. Не забывайте писать комментарии, смотреть то, что я пропустил, замечания делать по поводу моего прохождения. Мне все это интересно. На все вопросы я отвечу обязательно. Оставайтесь на канале Игрофильм. Встретимся в следующей серии.